Первый корпус 30-й школы на Московском тракте снесут, а на его месте построят новые. В ноябре к реконструкции здания приступил подрядчик, но после демонтажных работ возникла угроза обрушения конструкции. Зданию уже более 60 лет. Те результаты, которые нам дали эксперты в части технического отчета, показывают о том, что здание является аварийным. На сегодняшний момент разрабатывается проект демонтажа существующего здания. И я думаю, что в январе уже будет определен подрядчик, который будет заниматься непосредственно проектированием нового здания. Сдать объект планируют к 1 сентября 2021 года. Пока же детям предстоит учиться во втором корпусе школы на улице Мира. На собрании родителям представили эскизный проект нового здания. Планируется, что учиться в нем смогут 1500 учеников за одну смену.